Добрый вечер. В эфире «Вести Карачаево-Черкесия». В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Всероссийская перепись переносится с октября текущего года на апрель следующего. Сейчас готовят переписчиков. Она будет проходить в цифровом формате. Как реализуется проект «Чистая страна»? В Карачаевске началась рекультивация свалки твердых бытовых отходов, которая находилась рядом с рекой. Чтобы отдохнуть в некоторых местах Карачаево-Черкесии, нужно специальное разрешение. Как и в какие сроки оформить документ в репортаже «Вестей»? Очередной сборник Башира Бачаева под названием «Камни верны времени» вышел в свет. Альбина Ламкова расскажет, чему посвящена книга. Не как обычно, через 10, а через 11 лет пройдет всероссийская перепись населения. Она уникальна. А в чем заключается ее необычность и о новшествах масштабного необходимого мероприятия в репортаже Аллы Динаевой. Начальник отдела организации проведения переписи и наблюдений в Карачаево-Черкесии Кулистан Шидакова рассказывает, что начиная с января сотрудники Северокавказстата активно вели подготовительную работу к переписи населения 2020 года, которую планировалось провести в октябре. Но в апреле пандемия внесла свои коррективы, и Росстатом было направлено предложение в правительство России о переносе переписи на 2021 год. И теперь масштабное мероприятие будет проходить с 1 по 30 апреля следующего года. А продиктовано на это тем, что необходимо более основательно подготовить переписчиков, ведь эта перепись уникальна и отличается тем, что будет проходить в цифровом формате. Если раньше переписи все проходили, был огромный бумажный стат-инструментарий, скажем так, миллионы переписных листов, все это переписчиками носилось с собой, заполнялось, потом они сдавали сюда, в органы статистики, здесь проверялись, потом листы сканировались, шла дальнейшая обработка, все это направлялось Росстат, и там еще проверялось, и таким образом выходили итоги, то сейчас, прежде чем выработать вот эту концепцию, был изучен опыт многих стран, и в результате вот руководством Росстата было принято решение провести перепись вот в таком формате. А для четкого проведения первой цифровой переписи населения необходимо основательно подготовить и персонал, и сами устройства, и программное обеспечение, делится Кулистан Шидакова. И главная задача – привести в порядок адресное хозяйство республики. Это указатели, наименование улиц, квартир, домов. Кулистан Шидакова говорит, что в сентябре 2019 года нанимали 160 человек. И они прошли по всей республике со списками адресов на руках и сверились с действительностью все на местах. А произошедшие изменения внесли в автоматизированную систему. Кроме того, для переписчиков 2021 года подготовили и электронные карты по каждому населенному пункту. Есть еще новшества первой электронной переписи. Во-первых, значит, вот с 1 по 22 апреля желающие смогут пройти перепись на портале госуслуг. Затем то, что он на планшете пойдет переписывать с электронным устройством. Да? И третье, желающие, они еще могут прийти вот сами в стационарный участок. В данном случае есть договоренность, что многофункциональные центры тоже будут являться как функцию внести стационарных участков во время переписи. То есть, если человек не хочет, чтобы к нему домой пришел переписчик, и по каким-то причинам он не может пройти на портале госуслуг, он может прийти в МФЦ и там пройти эту перепись. Либо сам, там будут для этого условия, либо будут переписчики наши, которые также помогут ему пройти эту перепись. Или можно это сделать с помощью волонтеров, которые будут привлечены для проведения переписи. А всего для масштабного мероприятия в республике будет задействовано около 1000 переписчиков. Сейчас идет подбор персонала. Алла Динаева, Али Бастанов, «Вести», Карачаево-Черкесия. Город Карачаевск окружен двумя прекрасными реками, и содержать их в чистоте является долгом каждого. В этом году в рамках реализации проекта «Чистая страна» началась рекультивация свалки твердых бытовых отходов рядом с рекой. Работы завершены уже наполовину, и к концу года территория будет готова к эксплуатации. Подробности у Аслана Гирюгова. Свалка в Карачаевске была введена в эксплуатацию в 1996 году. Она располагалась на левом берегу Кубани. Ввиду негативного воздействия на окружающую среду, решением суда она была закрыта в ноябре 2012 года.
Но так как отходы, накопленные годами, располагались рядом с водой, нередки были случаи, когда они попадали в нее. Ведь на территории свалки твердых бытовых отходов действовала несовершенная система утилизации и захоронения мусора. На сегодняшний день она не представляет угрозы для окружающей среды. Запланировано устройство слоев из гравийно-песчаной смеси, из песчаной смеси. Дальше у нас слой из технокаута, это полиэтиленовый слой, так по-простому скажем, из двух слоев. Из бентонитовых матов тоже запланирован изоляционный слой. И растительный грунт. Общая толщина всех слоев составляет 1 метр 35 сантиметров. Как отметили работники, самое сложное позади, ведь необходимо было изолировать свалку от реки и собрать все то, что попадало в нее. На сегодняшний день мусор засыпан различными слоями породы, после чего территория в 2 гектара будет сдана в эксплуатацию города. Комиссия, курирующая рекультивацию, отметила, что работы выполняются должным образом и объект будет сдан в должный срок. Вы сами видите, что свалка находилась прямо на берегу реки. Все отходы вместе с дождями попадали в источник водоснабжения нашей республики. По результатам этой рекультивации будут выполнены все мероприятия для того, чтобы защитить реку от попадания туда негативных стоков. Вот, работы ведутся, в принципе, динамично. В общем и целом мы видим, что до конца года подрядчик успевает. Качество работ тоже удовлетворительное, хорошее. Мы надеемся, что также будут продолжать и будем еще выезжать, тоже контролировать ход работ. Важность проводимой работы невозможно переоценить, ведь все природные сообщества регулярно рассказывают о пагубном воздействии твердых отходов на окружающую среду, а также и на жизнь человека. Заботясь об окружающей среде, мы сохраняем все то хорошее, что дает нам природа. Аслан Гирюгов, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Карачаевск. На Северном Кавказе стартовал молодежный форум «Машук-2020». Напомню, он проходит в режиме онлайн. В прямом эфире прошло традиционное знакомство с дирекцией форума и с представителями республики. А уже сегодня участники приступили к образовательной программе. На онлайн-площадке образование получит более 4500 молодых людей из разных субъектов. По итогам 3 смен для 300 отличившихся участников организуют офлайн-встречу, которая пройдет у подножия горы Машук в привычном для всех формате. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17 градусов, днем 26-31. Ночью в горах 5-10 тепла. Днем столбик термометра поднимется до отметки 22 градуса. В Черкесске ночью кратковременный дождь с грозой. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью от плюс 15 до плюс 17 градусов. Днем 29-31. Продолжаем выпуск. Сегодня президент России Владимир Путин объявил о том, что впервые в мире зарегистрирована вакцина от коронавируса. Она прошла все необходимые проверки, как сообщает оперативный штаб. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 4562. Из них 4100 выздоровели, госпитализированы 75 человек. Каждый уголок Карачаево-Черкесии прекрасен, и человек, хоть раз побывавший здесь, не остается равнодушным к местной природе. Помимо известных всему миру курортов Архыз-Индамбай, в республике есть множество укромных уголков, не менее прекрасных, куда просто так попасть невозможно. А требуется специальное разрешение, поскольку по территории Карачаево-Черкесии проходит участок границы России с иностранным государством. Как отдохнуть в приграничной зоне и не попасть в сложную ситуацию, выяснила Мадина Каракетова. Тимур Агиржануков этим летом решил провести неделю отпуска в горах, насладиться лесом. Но место, которое он выбрал, в пограничной зоне. И требуется разрешение на пребывание на заветной территории. Поэтому Тимур за 2 недели до намеченной поездки обратился в пограничное управление ФСБ России по Карачаево-Черкесии. Очень удобно, никаких проблем. Приходите сюда, заполняете заявление. Все. Через 2 недели. Это максимум. Вам выдают разрешение, вам выдают пропуск.
Все, едете отдыхать. Тимур Огаржаноков воспользовался одним из трех доступных способов оформления пропуска. Обратился лично в погрануправление, поскольку он житель Черкесска, и до ведомства два шага. А вот друзья Тимура из Новосибирска, которые планируют присоединиться к нему на месте отдыха уже через несколько дней, воспользовались способом оформления пропуска, удобным для них. Я местный, мне как бы проще сюда заехать, здесь заполнить. А вот мои друзья, они, например, могут заполнить по интернету и на ихний почтовый ящик, то есть погрануправление, выслать и получить также пропуск на приграничную зону. Сотрудник пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесии Денис говорит, что пропуски друзей Тимура будут готовы в течение 15 рабочих дней, так как они граждане России. Так что планы отдыхающих нарушены не будут. Такие же сроки для тех, кто предпочел оформить документы еще одним удобным способом – через портал госуслуг. Денис уточняет, для граждан России пропуск необходим в 5-километровую зону, а для иностранных граждан – и в 5-километровую зону, и в пограничную зону. Но для них срок оформления – до 30 рабочих дней. В настоящий период уже после снижения ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19, в настоящий период туристический поток начал увеличиваться. Около 10 тысяч человек уже оформили пропуска для посещения 5-километровой пограничной зоны на территории республики. Основное место посещений в настоящее время являются кислые источники в поселке Пхия. Там более 5 тысяч человек. Пропуски оформляют как индивидуальные, так и коллективные. Для граждан России, проживающих за территорией Карачаево-Черкесии, документ, разрешающий отдых близ границы, оформляется на один год. Индивидуальный коллективный пропуск можно оформить для граждан, проживающих в Карачаево-Черкесской республике, имеющих регистрацию не в приграничных районах, до 3 лет. Граждане, проживающие в приграничных районах, Карачаевском, Зеленчукском, Урубском районе, для посещения 5-километровой зоны пропуск не нужен. А посещая данную зону с документами, удостоверяющих личность. Мадина Каракетова, Али Бастанов, Павел Ашмарин, Вести Карачаево-Черкесия. «Камни верны времени» – под таким названием вышел в свет новый поэтический сборник народного поэта Башира Батчаева. Его многие стихи легко ложились на музыку и в исполнении известных артистов нашей республики стали известны. Какие из своих песен любит сам автор и к чему обращено творчество поэта, расскажет Альбина Ламкова. Арчаны бегик жашын, түнкесіне нөгерлікке сайлайды. Ил жарлыны үзме яшын, ау милетіні қиынла жашайды. Эта песня известна и любима. В ней воспевается священный камень карачаевского народа. Его образ связан с национальным героем Карчой. Камень находится недалеко от дороги, и благодаря истории Карчи красивое место в горах теперь священное. А для творческих людей, таких как Башир Батчаев, сказания о нем послужили вдохновением для стихов, которые позже стали известной песней. 22 песни есть. Но из этих песен, мне самому, которые по душе, есть несколько песен. Одна песня, которую делал супруге, там посвятил, которую исполнял мой сын Казбек. Песня «Камень Карачая» – это реликвия карачаевского народа в Учкуланском ущелье. А потом вторая песня связана с фамилией. Эту песню поет Лидия Батчаева. Потом Байкулов Султан поет две песни, но там основная песня «Тинатала» – «Наши предки». В творчестве Башир Батчаев 20 лет. Он автор стольких же книг. Башир Османович пишет как на карачаевском, так и на русском языке. «Камни верны времени» – новая книга поэта. Те стихи, которые я печатаю в одной книге, на другую книгу не пускаю, потому что это равносильно, что конь не бежит и стоит на месте, топчется. И в основном тема интернациональная, гражданская, патриотическая. Ну, иногда и социальную сторону трогаю. Стихи о справедливости, стихи о любви, о природе. Доброта людей, красота, воспеваемая в стихах Башира Батчаева, его неподдельное чувство гордости и любви к родной земле не оставят равнодушным никого. Природа нашего края, горы и реки, служат основным вдохновением для поэта, а также все, что может затронуть струну души, говорит Башир Османович. Неравнодушие ко всему. Жизнь народов, допустим, там и социальная сторона. Там
и красота природы, и, ну, то, что есть, все хорошее, вот это. И, конечно, затрагиваем и другие темы, и философские темы, чтобы глубоко там все-таки человек, чтобы мог задуматься о жизни. Башир Бачаев уверен, что толчком для его творчества послужила красота родного селения, аул Верхняя Тиберда и его жители. А первое его стихотворение «След ладони на стене» было посвящено матери, благодаря чему любовь поэта к творчеству стала неиссякаемой. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, «Вести Карачаево-Черкесия». Это все вести на сегодня. А прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Осиное гнездо».